Привет еще раз. Медвежья лапа, инструментальные ваши прутки. Значит, показываю. Следующий на калибровке красный. Он уже заряжен. Калибратор, середина отмечена. Необычный размер. Ну, наверное, и правильно. Надо уходить от стандартов. Интересно гнуть любые размеры. Значит, смотрим. 0 175 175, красный пруток по аналогии с редом. Значит, смотрим нули и смотрим диаметр. 8 миллиметров диаметром, да? 175 на 8 в диаметре. Давайте посмотрим, что на этом прутке у нас. Продолжаем обращать внимание на первоначальный кинг. Вот именно это та сила, которая, в общем, по ней-то и базовая идет отсчет силы вообще, потому что пруток может показать на 30 градусах 230 килограмм, на самом деле кинг там на 170, на 160, и это вот это и есть основа. Выставили середину, включаем, сгибать начинаем. Самое усилие большое развивается до 30 градусов, когда структурная решетка рвется, поэтому вот 116 ровно, 130, вот 144 килограмма. На 144 килограммах пошел пролом. Вот, и он пошел ломаться. То есть решетку порвали. 178, 190, 202, 220. Вот довели до 220 килограмм. Но все достаточно шустро усаживается. 213 килограмм. 213. 30 градусов. Сейчас на транспортир покладем. 213 на 144 начало ломаться. Вот 30 градусов. Сейчас мы снимем с калибровки. 213 килограмм. 175. Восьмерочка. Зажимаю очень хорошо. Был момент, когда у меня, в общем, лопнул стержень. Поэтому, если он лопнет, приятного мало. Ну, вот. Даже немножко перегнул. Значит, соответственно, здесь получилось у нас 35 градусов. Ну, значит, где-то 205-210 килограмм. Вот так будет на 30 градусах. Вот красный. Это уже приготовленный для калибровки, еще окончательный, до складывания. Сейчас мы тоже его выведем на 60 градусов, поэтому будем дальше смотреть. Ну, ждем следующий пруток. Удачи всем. Еще раз привет. Значит, сейчас проведем горизонтальную уже, считай, калибровку с 70 градусов прутка диаметром 8. Значит, ребята сделали его как аналог RED. На самом деле я проанализировал все прутки. Вот, в длине он 175. Можно посмотреть. 175. Идеальный вариант под RED. RED калибруется на 180, 192 килограмма, при кинке 150. Здесь получилось 144 килограмма, 204, но длина 175. То есть, в принципе, идеальное соответствие вот у этих прутков. То есть, кто хочет почувствовать RED, пожалуйста, вот он вам RED, инструментальная остатка. Давайте посмотрим. 70 градусов. Было 204 килограмма. Сколько нам килограмм нужно? Все, поехали. Натягивать, чтобы продолжить его складывать.
Все, 158 килограмм. Это был максимум. Смотрим падение, усилия. Вот. Стержень складывается, считайте, это складывает человеческие руки его. Вот мы его складываем, 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 складываем. И сейчас попадем в 5 сантиметров. 82 килограмма. Отпускаем. То есть вот так вот мы Red полностью победили. В исполнении и изготовленной медвежьей лапой. Сейчас мы посмотрим, что реально у нас получилось. Идеально сложенный пруток. Вот он на меня, показываем. Красный. Ну, в общем-то, без миллиметра. 82 килограмма, чтобы полностью сложить. 30 градусов, максимум 204. На 82 килограммах, здесь видно, вот такой красный пруток инструментальный от медвежьей лапы. Берем. Всем пока.